Сегодня «Белая Русь» – одна из самых многочисленных республиканских общественных организаций. Так, ряды Солигорской районной организации насчитывают почти 1500 членов. Основная задача – развитие социальной активности граждан, направленной на построение сильной и процветающей Беларуси. Сегодня первичные организации выступают инициаторами и активными участниками мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения, оказание адресной помощи ветеранам войны, благоустройству города. В преддверии главного праздника страны – Дня независимости, республиканская организация «Белая Русь» провела праздничную программу «Мы – Беларусь» с торжественным вручением членских билетов. Не обошлось на празднике без приятных сюрпризов. Для гостей выступал духовой оркестр 30-й отдельной краснознаменной железнодорожной бригады. 2018 год – это не только год юбилея города Солигорска, но это и десятилетний юбилей республиканского общественного объединения «Белая Русь», которое насчитывает больше 180 тысяч членов. Рады видеть в своих рядах новых членов объединения, которые хотят участвовать в жизни страны, которые хотят своим делом доказать свою силу, свою мощь, определить будущее государства.